Леску, шляпу. Вижу, как мама метр в шляпе, папа метр в кепке, и они Саша. И мама, и папа высокие, ну, по крайней мере, среднего роста. И более того, именно так было в детстве. То есть вы всегда, никогда не были самыми маленькими в классе. Вы всегда были такими средними. А ребенок вот такой, то это повод засуетиться. Второе. Есть четкий показатель.